А как обстоит дело с инвесторами и с инвестициями? Ну, можно сказать, вот по графику, с учетом уточнений тех проблем, которые возникали ранее, в предыдущие годы, то, в том числе форс-мажор, тут связано с Литвой, это известно всем нашим инвесторам. То есть идет нормальное финансирование, более того, что на фоне уже наших успехов стали наконец-то появляться крупные инвесторы. И вот одному из них, вот по нашей традиции, к этой группе вот из четырех инвесторов, которые, каждый из которых вложил больше миллиона долларов, вот сейчас устанавливается еще одна скульптурная группа. Очень скромному инвестору, который просил не называть сумму и свое имя, он очень скромный человек. Ну, это как собирательный образ наших инвесторов получился. При этом он поливает не дерево, а знак, видите, Экоспейс, вот технологии космической, да, Спейсвей, потому что Скавей — это первый этап реализации более глобальной, более амбициозной и более нужной человечеству программы вынесения промышленности и индустрии в космос. И, кстати, он тоже, этот инвестор, помогает активно в этой работе. Можно я здесь в данном месте задам самый популярный вопрос из всех, которые я получаю? Так что, это значит, что скоро закрытие входа в Корневую? Да, возможно. Я не буду называть дат, но скорее всего да, чем нет. Но я не могу даты называть. От многих факторов зависит. От того, как мы вот стройку завершим в Шарже, как мы продемонстрируем это, как отнесутся к этому наши партнеры, которые, к сожалению, не всегда адекватно, имею в виду, по причине инвестиций относятся к тому, что мы делаем. То есть от многих факторов это зависит, да? Но то, что там произойдет, ну, без сомнений, достаточно быстро. Ну, я надеюсь, что с такими инвесторами, как данные, проблем у нас не будет. Нет, конечно, не будет. И это, говорю, собирательный образ этих сотен тысяч инвесторов, которые, ну, пришли в проект, скажем. И тех миллионов, даже миллиардов инвесторов, которые придут в проект Spaceway. Потому что этот инвестор помогает, в том числе на уровне Организации Объединенных Наций, налаживать сотрудничество по этому проекту. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальных сайтах Skyway, поддерживайте наш проект, несмотря ни на что, несмотря на приход таких инвесторов, о которых мы сегодня рассказывали. Ваша поддержка нам все-таки еще очень нужна. Строй Skyway! Спасай планету! Global Star Club. Возможности безграничны.